Как решать дела? Как решать задачи, которые бесконечно копятся и никак не останавливаются? В жизни каждого человека есть миллионы дел. Одни делаются сразу, а одни делаются не сразу. И вот те, что не сразу, и составляют большинство нашего времени. Это канал SJ Body. Меня зовут Спартак, мне 43 года, я фитнес-тренер из Симферополя. И сейчас я сэкономлю тебе кучу времени. Ты охеренно удивишься, но большинство задач, которые тебе поступают, можно решить в течение 10 минут сейчас. А если ты эту задачу откладываешь на завтра, она будет стоить тебе уже 2 часа. Через неделю ее тоже можно решить, но это будет тебе стоить целый день. Чем больше ты откладываешь решение маленьких, средних и больших задач сейчас, тем больше времени тебе придется потратить потом. Например, у тебя скоро заканчивается загранпаспорт. Ну как скоро? Еще год. Еще год. Ты полгода ждешь и ничего не делаешь. Но тебя не пустят ни в одну страну, если срок действия твоего паспорта заканчивается меньше, чем через полгода. Это значит, что если ты купишь билеты, соберешь жену, маму, бабушку, дедушку, и вы все соберетесь поехать, они поедут. А ты будешь делать новый загранпаспорт. Месяц. И, честно говоря, такая херня все время. Решай задачи сразу, по мере их поступления, и ты удивишься, насколько проще станет твоя жизнь.